CGTN was given the unique opportunity to visit now world-famous Gamaleya Institute and speak with Mr. Ginzburg. We've asked him how the Institute developed the Sputnik-V vaccine within only a few months and how he views the initial wave of skepticism from some about its work. Что чудес на свете не бывает, и мы были очень хорошо заранее готовы к этой работе. Так сложилась наша научная судьба. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что в течение последних 20 и более лет наш институт, наши сотрудники занимались разработкой технологической платформы, которая позволяет различные гены, в первую очередь гены человека, вводить в наш организм для того, чтобы заменять испорченные гены на хорошо работающие гены. Эта технология была неплохо отработана, но по ряду экономических и других обстоятельств она не была внедрена непосредственно в практику. Но когда в 2014 году перед нами возникла задача создать вакцину против вируса Эбола, а это, я напомню, РНК, содержащий оболочный вирус, по структуре очень похож на COVID-19, тот, который вызвал ту пандемию, в условиях которой мы с вами сейчас и живем, да, то мы поняли, что у нас в руках имеется очень мощная технология, которая позволит быстро создать нужный нам вакцинный препарат. И действительно, в течение 15 месяцев продемонстрировал свои очень хорошие результаты как в первой, второй и третьих фазах клинических испытаний, так и в полевых условиях в Гвинее, в Африке. Да, этот препарат был зарегистрирован. Далее мы с помощью этой технологии фактически создали вакцину против другого коронавируса, коронавируса МЕРС с летальностью, между прочим, 38%. Я не видел особого скепсиса от ученых, где бы они ни работали, в Америке, в Китае, в Западной Европе. Да. Скептицизм был в основном высказан со стороны экономического сообщества, да, со стороны фирм, которые занимаются уже непосредственно разработкой данных вакцинных препаратов. Я бы сказал, коммерческой стороны этих разработок. Действительно, как мы с вами прекрасно понимаем, рынок этого вакцинного препарата, финансовый рынок, самый большой рынок за всю историю существования фармацевтики.